Это уже не первый визит олимпийских легенд в Сочи. Три года подряд прославленные спортсмены приезжают на курорт и встречаются с детьми. Сегодня делегация побывала в четырех образовательных учреждениях города. Учащиеся второй школы получили возможность не только пожать руки всемирно известным чемпионам, но и сдать им физкультурный экзамен. Четырехклассники сдавали нормативы ГТО и сразились между собой в веселых стартах. А легендарные спортсмены были в роли наставников у команд. Мы очень счастливы, что мы сюда приезжаем, и если мы вносим какую-то лепту и оказываем какую-то вот психологическую помощь, то это наше счастье. Значит, мы не зря живем и продолжаем свой спортивный жизненный путь. Всем участникам веселых стартов гости подготовили карточки со своими автографами, а победителям достались еще и памятные медали. Кстати, российские чемпионы отмечают, что за последние годы количество детей, занимающихся спортом, увеличилось, а ведь они и есть будущее олимпийского наследия. И сейчас важно рассказать ребятам о пользе и необходимости занятий спортом и вере в свои силы. Мы несем в себе очень мощный воспитательный смысл. Ни одни олимпийцы мира не занимаются такими программами, ни в одной. Это мы уникальны. Мы уникальная мировая, можно сказать, уже программа. Конечно, мы в будущем году хотим пригласить каких-то, может быть, наших партнеров, наших знакомых из, там, я не знаю, может быть, из Америки, из Канады, из Казахстана, из Беларуси, для того, чтобы уже сделать олимпийцы мира детям России. За 5 дней пребывания в Сочи делегация олимпийцев России посетит около 12 школ. Помимо спортивных встреч олимпийцы проведут и воспитательные беседы. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.